Лидия Смолина уходит в отставку. Вице-губернатор, курирующая сферу ЖКХ, написала заявление по собственному желанию сразу после выхода из отпуска. Информация об уходе чиновницы подтверждают в пресс-службе губернатора. Замена на ее место уже найдена, но в Белом доме пока не раскрывают имени нового заместителя губернатора. Кандидатура еще должна пройти согласование. В СМИ тем временем появилась информация, что руководить инфраструктурой, ЖКХ и энергетикой региона будет Александр Байер. До этого он занимал пост заместителя губернатора Нижегородской области. Свою карьеру Байер начинал в коммунальной сфере. Работал в водоканале Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода. Занимался водоснабжением в Москве. Вице-губернатором Нижегородской области проработал больше 3 лет. Что касается нынешнего руководителя коммунальной сферы региона Лидии Смолиной, в команду губернатора она пришла еще летом 2013 года. Тогда чиновница возглавила департамент ЖКХ. В 2016-м Смолина получила место первого вице-губернатора.